Знаете, что я подумала? Мне надо сегодня обязательно до фикса добраться. Мне нужно еще две упаковки под всякие крупы контейнеров, которые я недавно купила по 150 рублей, где три штучки-то разного размера. Потому что вот кино некуда теперь насыпать. Маш некуда насыпать. Нет, Маш я насыпала. Некуда насыпать другие всякие ингредиенты. И мне нужен какой-то кувшин, емкость. В общем, я сварила компот. Вот, видите? И он в кастрюле. Он занимает у меня кастрюлю. И надо его куда-то переливать, чтобы дети могли его пить. Лизончик компота напилась и пошла книжку читать. Как-то ты вот в тенек забралась, нет? Тебе видно? Что читаешь? Рассказывай. «Приключения Тома Сойера». Интересно? Да. Это первая книга, заданная на лето. Надо читательский дневник будет начинать, хотя бы на черновой. Картинку рисовать пока не будешь, но надо будет писать название, автор, что ты поняла из книги, чем она тебе была полезна. Я тебе напишу, что писать, ну, как бы, план, да, ты должна будешь написать. Потом достанем читательский дневник и все заполним, мы картинки нарисуем. Что ты меня пинаешь? Смотрите. У нас тут дневной сон. Ты чего? Ты уж давно, похоже, спишь. Я монтирую, тишина. Пошла, Маш поставила вариться. К тебе заглядываю, а ты книжку держишь, как будто читаешь и спишь. Тебе еще очков не хватает с глазами нарисованными. Смотрите, и кошки с ней рядом. Одна кошка, вторая кошка. А? Просыпайся, ночью надо спать, зай. Спать хочу. Ну ты что, нельзя сейчас спать, ты ночью не сможешь. Что делает Катюня? Катюнь, что ты делаешь? Шьем. Катюня смотрит ролики. Что шьешь? Какую-нибудь одежду. Пытаюсь у Кати отобрать старую подушку, она не отдает. Моя подушка. Надо тебе новую сделать. Хотя бы холофайберную. А? Папа вроде обещался перьевые подушки сделать. Придется, наверное, маме читать, как это делать. И делать самой. У него руки не дойдут. Ты сейчас губу съешь. Нет. Съешь, съешь. Давайте подглянем, что она там делает. Максимум плюсов от потребления большого количества. А что это, Катя? Уже знаете, что-то. Что-то? Я пока еще не покажешь поняла. Потом? Ага. Вот так у нас Катя съет. Вот смотрите, какой у нее набор. Я и ленточек всяких разных накупила. И она пользуется этим. А это что, Катя, это что такое? Это я скоро, когда только время будет, вытащу оттуда резинку очень. Краснее нужна. Надо вытащить, оно тут как бы некрасиво. Вот как только ты все красиво сделаешь здесь у себя в наборчике, всякие обрезки уберешь, так я тебе сразу липучку куплю. И еще всякие штучки так для шитья. Так я после каждого пытаюсь что-нибудь прибрать, там, но просто когда я открываю, все ленточки вылезают. А надо аккуратненько сделать. Они умеешь? Хотят складываться. Катюшку учу, говорю, вот так вот сделай. И все, и одна ленточка вот так поставила, и все ленточки. И не будут они выскакивать. Вот эти все ленточки надо привести в порядок. А вот же у тебя липучка, Кать. Так у нее второй части нет, что прикреплять. У нее там мягкая только осталась. А где не мягкая часть? Всю истратилась. А вот там вот столечко было. Понятно. И целая куча это, я не понимаю, какая это логика. Кто тут лопает? Тимой шляткий. Вот смотрите, Мишка только подросший, да? Тимой шляткий. Вкусно. Никто компот не пьет, только Лиза. Ты компот-то пила или ты одни фрукты ешь? Я выпила компот и начала есть фрукты. А что у тебя фруктов больше, чем компота? Ровно половина. Да? Это не половина, это больше половины. Компот потом останется, допивать придется. Никто, кроме тебя, на фрукты не претендует. Представляете, женщина, которая продавала мне компот, вот этот, сухофрукты для компота, сказала, я говорю, давайте, говорю, по 125, она говорит, по 92, говорит, есть. Я говорю, не, по 92 он стрёмненький, там грязненький, так, ну, выглядит не очень. Говорю, давайте хорошие сухофрукты. Она говорит, а все равно, говорит, я вот, говорит, курам отдаю, у меня никто их не ест. Я говорю, а у меня есть Лиза, у меня Лиза все слопает, вот точно. Я была права. Слушайте, ребят, на улице у нас сегодня 24 градуса, ну вообще не жарко, солнца почти нету. Хотя сейчас уже небо такое приличное, смотрите. Уже
не такое пасмурное, уже такое облачное, я бы сказала бы, но немножечко голубого даже есть. Не дает пожить хлебу немножечко хотя бы. Ну что, вкусный хлеб? Хорошо поднялся? Ну, на том спасибо. А у меня тем временем, у бабушки же устал Миша, поэтому я сильно не тороплюсь. Сейчас поджарится вторая булочка для бабушки и поедем с вами забирать жучка нашего будить. А я решила немножечко еще поесть. Что-то я одним салатом не наелась. Прямо вообще сильно не наелась. Поэтому я взяла свою кашу, которую я сварила сегодня. Гречка с Машем. Кстати, вкусно. Попробуйте такое. Слушайте, может быть, ее тоже чем-нибудь посыпать? Не, наверное, не буду. Будет похудательная каша. Пришел Саша, и мы едем забирать Мишу, который еще вообще-то не проснулся. Но, надеюсь, вдвоем мы его утащим. Так, мяско у нас замариновалось. Неплохо так замариновалось, выглядит. Интересно, оно покраснело, совсем красное. В общем, несу мяско к месту розжига. Наверное, рано несу. Саша только костер пошел разжигать. Ладно, мяско пока спрячем. То придут кошки и слопают. Мишек уже дома вместе с нами. И Миша какой-то весь вареный. Сладкий, что ты хочешь? Ты хочешь не шлепки? А я туфли твои принесла. Да положь, я подниму. Правильно, брось их нафиг туда. Туфли хочешь? Или на ручки? Что ты хочешь? Холодно? Иди тогда полежи. Полежи, иди. Какой-то он вялый у нас сегодня. Пойдемте посмотрим на разжигание костра. Дрова рубишь? Это хорошо. А зачем? Чтобы быстрее прогорели? Это кто-то голодный. Да? Там углей много. Их надо просто подогреть. Ой, правда много. Решили, короче, все-таки жидкостью для розжига. Углей полно. Надо их... Маслом каким-то пахнет. А? Маслом каким-то пахнет. Маслом? Что, наливай? Бумагу еще один. А зачем? Ну что, ты сначала подожжешь, потом будешь жидкость лить или что? Нет, вот он ответ. Сейчас проверим жидкость для розжига. О, хорошо пошло. На спирту. На спирту? Хорошо загорелось. Главное, чтобы разожгла. Ты мимо-то не лей. Стараюсь. Она, конечно, 2 года лежит. И я уже не помню, сколько она стоит. Но на всякий случай. Экономь! Короче, решили все-таки костер разводить. Тем более, что уже нарубил Саша дров. Как-то вот мелкие угольки, и не хотят они разгораться. Да? Да. Мясо когда нести? Когда прогорит. Ладно, сам придешь. Я пойду монтировать сейчас. Ты что делаешь? Ты прокаливаешь решетку? Решетку жарю. Она зачем? Сколько жира. И что? Облизил, и будет вкусно. А? Решетку облизывать будем. Нет уж, сам облизывай. А ты что, прямо вот, вот так вот будешь? Ну, прямо вот выкладывать? Да. В общем, мясо замариновалось, выглядит оно как-то вот так. Как рыба. Да. Как... Тонкие стейки рыбы. Точно, как рыба. Но это не рыба, это индюк. Это 1/8 грудки индюка взрослого. И по сути это еда на 2 раза. Ну, если не жадничать. А если жадничать, то на 1, да? Но мы не будем жадничать. Не будем? Ну, не знаю. Не будем жадничать. Как пойдет. Не, на самом деле здесь много, Саш. Скажи же. Прилично. Правда, похоже на рыбу. Вот такой вот у нас сегодня ужин. Ну, плюс к этому еще салат и гречка с Машем. Просто класс. Пахнет специями. Или чем-то еще. А, нет, пахнет жиром, который капает на угли. Но жир не индюшины. И это грустно. Не влазит? Не влазит. Не влазит. Точно на 2 раза хватит. Ух ты, луну видно. Что это значит? Я надеюсь, это не значит, что лето будет жутко холодным. М? Кто ко мне идет, мой хороший мальчик? Беги быстрее к маме. Помощник, смотри, что мы тут делаем. Ты будешь мясо? А? Будешь? Тебе надо как шашлык? Да? Ну, как шашлык завтра будет.
А ну, сегодня такое. Что только не сделаешь, чтобы ребенок хотел кушать. Не хочет он поджаренное мясо, он хочет шашлык. И мы нанизали ему мясо на шампур. Получился шашлык. Все, последнюю порцию дожариваем. Скоро будем кушать. Да, Мишек? Миша, будет шашлык? Мишке нравятся эти маленькие шампуры? Помогать будешь? Это что? Это ручка? Скажи, ручка. О! Большая? А. Большая. Это под папину руку. Посмотри, какая у папы рука большая. Папа, покажи. Какая большая рука? Нет. А у тебя маленькая все. Нет. Такая же будет. Ручка. Такая же будет. Ну что ж, хороший у нас ужин, да? Мяско, салатик. Как мы его делали, смотрите, в кулинарном влоге, если интересно. И я еще делала гречку с Машем. Тоже вкусно. Тут у меня уже доподнялся хлеб. И доподнялся еще один, да? Сейчас будем печь. Ну что, приятного всем аппетита. Вот такой вот у нас ужин. Ну и как обычно, мохито. Я сержусь на камеру, а Катя комментирует тут. Мама говорит, не злись. На самом деле, пока я там снимала, она взяла, отключилась. Все, у нее батарейка села, понимаешь ли. Ну, я все равно запустила на 7 часов и на 100 градусов. Надеюсь, что сильно не закипит, а то придется отключать, убавлять. Я вижу, что она сейчас упадет. Катя. Кто? Кто? Сварка. Вот теперь сойдет. А я думала, ты просто так слилась, уставшая. Котенка протирает холодильник, да? Угу. Перед сном. А я вам кое-что сейчас расскажу. Знаете, что я не люблю больше всего? Когда молоко, которому до 3 июня еще сроку, киснет 1 июня. У нас 3 пакета с кислого молока. Завтра попробую, наверное, купить молоко наше абинское. И посмотрим, насколько хорошо оно будет стоять. Потому что, ну как бы, мы не рассчитывали на 3 литра оладьев вообще. Зачем нам столько оладьев? У нас блины замороженные теперь в холодильнике лежат. Но на этой замечательной ноте я прощаюсь с вами. До следующего видео. Увидимся завтра на канале Happy Family. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Большое спасибо всем, кто просмотрел видео. А кто просмотрел все видео за день, так вообще молодец. Спасибо за лайки и за дизлайки, которые помогают оставаться в тонусе. И увидимся завтра в следующем видео. Всем пока. Или сегодня, я не знаю, может, еще сегодня увидимся.